Огромная благодарность АФК Films за предоставленную анимационную работу. Ссылки на автора оригинала в описании. Подписывайтесь и передавайте от нас привет. Первый день. Первый день? Нет. Не, я имею в виду себя. Это мой первый день после окончания академии. Очень волнуюсь. Ну, так что мы все-таки здесь охраняем? Не знаю. Ты не спрашивал? Это не имеет значения. Круто, да. Я думаю, что мне надо сменить броню, что ли. А то жмет прям в определенном месте. У тебя тоже так? Думаю, нет. Изношенная в ходе многих сражений, верно? Пиу! Как старый башмак. Кстати, об обуви. Эти действительно тесные. Стоп! Сынок, я знаю, ты рад окончанию Академии. Но тебе нужно немного успокоиться. Окей? Хорошо. Да, ты прав, да. У нас определенная работа. Понял? Нужно быть начеку. Можете положиться на меня, сэр. Иди дальше. Иди. Иди дальше. А мне нравятся эти костюмы. Они имеют встроенный водопровод. Удивительно. И я могу пить столько, сколько захочу, потому что здесь и встроена система очистки. Пей мочу. Какая уж там звезда смерти. Вот где настоящий имперский прогресс. Боже, как же скучно. Да, до сих пор все было хорошо. Я имею в виду, что никто не стрелял, так что считаю это бонус. Нет, я еще не видел Дарта Вейдера. Но это же большая галактика, детка. Думаю, он просто на другой планете или что-то в этом роде. Ладно, давай, я вернусь к парням. Тут без меня не разберутся. Ага. Окей. Нет, ты вешаешь трубку. Нет, ты. Окей, люблю тебя. Пока. Муа. Эй. Да что? Хочешь, покажу трюк? Трюк? Да, но, скорее всего, это больше похоже на взлом, ведь в наших шлемах есть встроенные динамики, верно? Поэтому я подключил мой к моему музыкальному плееру. Зацени. Палпатьюнс, звук на максимум. Выключи. Я серьезно, выключи! Кого? Я не слышу тебя из-за музыки! Я сказал, выключи ебучую музыку! Ладно, остынь, чувак, окей? Вот чёрт, уже почти. Сейчас. Одну секунду. Так, просто не слушай ее. Игнорируй. Чёрт. Я был штурмовиком в течение долгих 20 лет. И я прошел через этот ад без косяков, поэтому я жив и не придушен. И знаешь что? Я не собираюсь прерывать свою службу из-за этого дня с таким куском дерьма, как ты. Так что лучше веди себя, как подобает имперскому штурмовику, иначе у меня может случиться неисправность бластера, что обеспечит лишнюю дырку в твоей башке. Я ясно выразился? Яснее некуда. Супер! Бойцы. За империю.
На русский язык дублировали. Василий Дубинич, Айнур Сисанбаев, Цикада. Закадровый текст читал Чевапчич. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Поддержите нас на Бусти. На нем доступен дополнительный контент, а сами ролики выходят раньше, чем на YouTube. Спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила. Первый день. Нет. Пидора ответ. Блять, ты охуел, что ли? Эй. Что? Ну, блин, не кричи! Ёбаный рот, тише надо сейчас сделать, блядь. Эй. Эй. Что? Хочешь, покажу пенис. Какой нахуй пенис? Ну, не хочешь, не буду. Показываю писюн. Писюн, писюн. Я был штурмовиком в течение долгих 20 лет. И я прошел через этот ад без косяков, поэтому я жив и не придушен. А я очень хочу, чтобы меня придушили, блядь. Понимаешь? Да, блядь, куда хлор Дарт Вейдер, сука, взял меня и придушил, блядь. Понимаешь? Так что завали ебалы и начинай работать. Сука ты безмозглая. Я ясно выразился? Шлюха ты белошлемная. Так показать пенис? Давай. Сука, давай, давай. Блять. Ну что ж, сегодня я буду кратка. Бойцы, спасибо за внимание. Дебилы.